было бы хорошо, чтобы это была бы пальма. Ой, да. Пусть это будет пальма, пусть вот так вот. Волшебство же существует в Новый год. Новый год, да. Конечно. Вот так вот, давай. Вот так вот. Волшебство вот сделаем. Закроешь глаза вот. Давайте. Так вот. Раз, два, три. Опа! А вот и пальма, а вот и море. Мечты сбываются. Мечты сбываются. Уж вечерело. Мы сегодня хотим смотаться в Слиму. Это большой город тоже. Просто на разведку. Чё там, как там? Сегодня уж дорога такая, знаете, нормальная. Без этих круговых особо. Хоть какая-то прямая. Мы здесь еще и пока не едем. Да, раз, два, три, четыре. Пятиполосная, да, в одну сторону, пять полос в другую. Но здесь хоть как бы, да, нормально. Здесь мы еще не были. Но мы чисто на разведку съездим сейчас. А это, наверное, жилые дома, да? Да, это жилые. И на первых этажах у них всякие магазины, там где-то пиццерии, гамбургеры и прочее, как у нас тоже. Ну, Слим, это вообще большой современный город. И очень красивое там вот побережье, все освещено. Там вот все на воде, справа море уже.
красиво, Кристин, смотри. Номер гостиницы. Наверное. Вот это красота. Сейчас вот это город. Ага, да-да-да. Какие елочки. Вот это красота. Вот это горки тут. Почти. Сколько тут градусов? Это гора. Ой, мамочка дорогая. Здесь почти 90 градусов, так хорошо. Помнишь, как у нас было в этой Санта Крузе на Тенерифе? Да, там. Север. Да, ну, там, да, ну, там, да, как-то. Там не такие, здесь вообще. Нет, там откос. Горка была, но там как-то. Тут откос не так было вообще узко. И узко, главное, безумно узко. Здесь надо вообще маленькую машинку. Ой, здесь все, все красиво, мне все вам не показать, но я стараюсь. Через 100 метров. Поверните направо. А, приехали, значит, припарковались. Не приехали, мы припарковались. Припарковались, кстати, насчет парковок на Мальте. Парковки на Мальте бесплатные, если вы видите вот такие вот белые полосы. Еще есть красные полосы, желтые полосы, там нельзя. Как видите, вот такие вот белые, тогда паркуетесь бесплатно. Мы в Слине. Кебаб-хаус. Они очень любят пиццы, кебабы бесконечные. Кристина уже увидела кино. Да, кино. Кинотеатр, что ли? Да, здесь, наверное, расписание. А может, прямо здесь показывают? Пивбары всякие. Бир-хаус. Смотрите, какой. Это пивной бар. Ничего себе. Ночная Мальта. И вот всяких вот этих баров во всех, видите, тоже вот эти автоматы с сигаретами. Не только в магазинчиках, но еще и в барах. Здесь получается целая улица вот таких ночных баров, пабов, стикхаусов и бирхаусов. Живую музыку она сейчас будет. Здесь, в общем, сюда мы приедем. Сюда тоже. Здесь живая музыка, здесь, короче, да. Живет ночная Мальта. А, ух ты. Яйца Фаберже продаются. Вино нам надо. Вино нам надо.
Да, вино нам надо. Но если ну, сейчас смотри, тебя... Камера. Если тебя сюда сейчас запустить, это надолго. А это побережье. Магазин. А вот мы здесь пришли, всякие вина. Вина бы нам бы очень пригодились. Соки. Заморозка пиццы. У них такие, знаете, между стеллажами очень... Здесь надо быть очень худой. Соевое молоко, простое молоко. Высокая пастеризация. Кофе. По 5 евро вот такие банки. Капучино. Опять химия. Ты решила этот, да? Ну, конечно. И опять аппараты с сигаретами. То есть они вот во всех стоят везде, здесь понатыканы. Из косметики вижу пока все только наше, как сказать, нам, мне знакомые. В Эстонии это тоже все стоит. Гарнье все эти, Пантены, Эль Витали, Дав. Это все абсолютно у нас есть, этим не удивишь. Ну и проходики. Шоколадки те же, Баунти, Сникерс, все то же самое. Какие-то тут тоже. Вафли шоколадные евро 95. Крепкая какая-то блямба 9. Кексы по 4,90. Бисквитные какие-то. Это похоже на валаваны. Вот эти вот из слоеного теста валаваны. Мороженое. Мороженое. Тоже Магнум, тоже все обычное наше. Баунти, Магнум. Вот эти, может быть, только. Здесь тоже самое. 7-Up, Фанты, это все. Тоже знакомо. Зашли в какую-то кондитерскую, здесь мороженое. Надо подождать, потому что официант покажет тебе подосесть. Ага, ждем. Здесь разные печенья, конфеты с собой и пирожные, гамбургеры. А это сердце соленое. Уж, красота какая. Торты 18 диаметров. 22 евро торт. 18 диаметр. Всякие вот такие наборы. А, это конфеты, я думала, это пирожные, это конфеты. Это конфеты ручной работы, наверное. 35 за килограмм здесь. А здесь не вижу за килограмм.
Ну, а вот пирожные здесь 3,25, что ли? 2,20. А, по 2 евро вот такие штучки. Евро 95 такое. Здесь, в общем, всего полно. Такие разные пирожные. Какие интересные штучки. 3,25, вот я понимаю, это вот это пирожное. 3 евро 25 цен. И куски тортов. Вот такая кондитерская. Мороженое маленькое 2,50, среднее 3,50, большое 4,20. И если с конусом, то это только можно на улице. Только на улице. Или это все на улице. А можно эти чашечки маленькие? Да. Чтобы мне надо раздеваться, мне жарко. 43. Ага. Thank you. Bitter, yes. Good. Sweeter. Sweeter, sweeter. Amarena. Chocolate. Chocolate. Кристине тоже три. Then another. The second. How many scoops now? Three. Three. Ага, вот эту самую. Amarena. Amarena. А что вот это такое? What is it? Нет, не надо. И может быть шоколадная ей. Это шоколад. Все, выбирай сам. Мы набрали по три разных мороженых, как бы попробуем. Нам дали попробовать какую-то амарену. Амарена ужасно вкусная. Как будто такие сбитые сливки, что ли. Ванила. Ну, я даже знаю, куда мы приедем и привезем Сандру. Кофе будешь? Не, не хочу кофе, хочу мороженое. Так, мы, в общем, заказали мороженое и вода. Ой, а это вода. Это вода. Это не водка. Это не водка, которая запотела. Это вода с газом. Это вода с газом. У меня, в общем, три сорта разных: клубника, шоколад, еще что-то. У мужа у манго, ванильная, и вот эта вот морена какая-то. Морена, да. И у Кристины у нее тоже. У морена, вот это вот шоколадное, и там еще тоже как она. Это не забыли как она. Боже, какая-то в мерене, это какая-то вишня, вот там, это что-то, это невероятно. Объедение. А счет был 14 евро, 14 евро 76 центов, все, что вот я вам показала, вкусно, просто нереально. Ой, ну что, мы дальше гулять. Да, мы придем сюда еще раз. Этот раз мама не поехала. Она говорит, тоже как бы так. Мы на разведку чисто. И Сандру сюда, и мама. В общем, вот в эту кондитерскую есть мороженое. Мама мороженое очень любит. Сандра хочет на те тусовки, которые мы сейчас проходили. Мы продолжаем гулять. Значит, здесь, наверное, декоративная косметика, что ли? Да, глаза Инглу. И мини-маркеты. Вода здесь 6 бутылок маленьких по 0,5, 2,50. Фрукты или что здесь? Кабачки. Тыква. Три 2,50, 3 бутылки или что? 3 литра. Все светится. А здесь уже пошли сувениры. А не нужна нам никакая вода. 12 евро. А шарф Мальта. Это уже сувениры пошли. Да, это шелк изумительный, по 8 шелк. Так, Кристина выбирает кофточку. Ой, смотри, как у тебя. Кристина, у тебя такой же сейчас на тебе. 20 евро. Да, да, шикарный, шикарный. Ага. Так, что тут еще? Это у них на зиму, наверное, максимум, что здесь есть. Да, я вижу, что убирают. Ага, я просто пройду чуть-чуть. Здесь шарфы по 8. Здесь такие пончо, потому что больше, чем пончо, здесь ничего не надо. Да, здесь жарко. Какой-то интересный маленький. Yes, yes. 10 евро такие шарфики, такие по 6. 1 литр льда. 1 литр льда. Это какие-то, это, наверное... По 2 евро. Литр льда. Я могу выговорить. Литр льда. Опять мини-маркет. Слушайте, здесь все открыто уже, отлично. Пиво, колбаски, сосисочки. А здесь сыры всякие интересные по 5 евро.
натуральные ингредиенты, говорят. Ой, большой магазин какой. Хотела сказать сухой корм. Сухие всякие вот эти галеты, конфеты, ли... Они выговорят. Почему-то никогда не могу это выговорить. Тоже. Ну, как такие же конфеты бывают, в общем и целом. С днем рождения, всякие открытки. Ну, все такое, сухопродукты. Чипсы. Такое всякое. Тук печенье с €30. Пицца. У них очень много пицц. Везде пицца, пицца, пицца. Быстрые эти вот эти всякие макароны. €40. Цены эстонские. Мы из Таллина, для тех, кто это не знает. В общем, здесь и продукты такие же, фирмы, я бы сказала, такие же. Вот это для меня новый. А это тоже у нас все стоит. Цена такая же. Ну, просто интересно посмотреть разницу. Так, это там в группе... Латоры, она мне говорит, Латоры. Только это сухое. А, нет? Среднее, medium dry. Medium dry. Вот они красные, тут розовые, есть белые. Угу. Ну, нам надо какое-нибудь полусладкое. Она сказала, ну, я не знаю. Medium dry. Вот. Цены на вина есть и по 2,95, есть по 5, есть по 30, и по 11, есть по 7. А что вот это вот? Не знаю, что Red Wine. Я помню, на Тенерифе мы пили там по 2, по 3, по 5. Было так изумительно. Мальтийское. Вот мне бы хотелось местного. Что-то слезы, вина. Уже слезы. Мальтийское, старейшее винный бренд. Вот поэтому и цена такая. Все привозные, они просто дороже. Вот, например, Мартини Бьянки, да, всем известно. 11, здесь литр, 11,20. А то, что мальтийское, вот Дольч. А, это Роуз. Дольч. Нет, это Роуз. Роуз. Да-да. Бьянку это Белли. Хотелось бы местного вина, да. Вот оно местное, вот оно. Ага, местное. Их цена вообще смешная, 2 евро. 5 евро, а это чьи? Ла Торре, это нам советовали мальтийцы, из мальтийской группы. Слушай, Мальтийский Айленд. Тоже Мальтийский Остров. Вот, Мальтийский Остров. Может быть, его все-таки подороже, мне кажется, оно получше. Оно тоже сухое. А что полусладкое? А вот там Ла Торре. Тоже, а я смотрю, все сухое. Все сухое, так может быть, у них сухое, оно, наверное, хорошее сухое. Мы привыкли... Да, что у нас дряни, надо брать с полусладкой. Не дряни, ну да, Кинзмараули не дряни. Опять Мальта, вот это написано. О. Лейбл. 5,95, 4,50, 3,49. Это конечно, я больше потенциал. Ага, но мы сейчас гуляем, просто ходить с бутылками как бы не хотим. Еще везде продаются зонтики. Как-то мы еще ни разу на дождь не попали. Но вообще говорят, что здесь очень сильные дожди идут, мы все ждем. Вот, смотрите, такой набор за 85. Я слышу. За 85 вот такой набор подарочный. Всякие вина, здесь водка или что. Потому что к Новому году. Просто если покупать вино или что-то, надо это... Но если на обратном пути к машине, пойдем сейчас гулять с винами, что ли? Конечно, ты и так вон воду таскаешь. Банкоматы, кстати, здесь есть. В банкоматах снимаете деньги... Без всякой комиссии, без всего, потому что это еврозона, здесь евро, вы снимаете евро. То есть, как бы, я так понимаю, ничего не надо. А почему... В декабре. Да. Такого там глубокого декабря. И здесь снова мороженое, круассаны и прочая радость. Как? Et
Гуляем, продолжаем. Слушайте, как здесь красиво, так современно, такая жизнь кипит. Мальтийцы, да, они такие, знаете, темпераментные. Все это мороженое на улице, кофе. Очень даже. Красотища, конечно, нереальная. Взяла с собой тонкую ветровку, ношу ее на поясе. Жарко. Не поверите. Джемпера здесь достаточно. Совсем уж мороз, кожаную куртку. Площадь Святой Анны. Площадь Святой Анны. Боже мой. Боже мой. Мы продолжаем гулять, но здесь так все отдыхают, знаете, здесь ни о каком сне. О, боже, боже, какие пирожные. Вот это знаешь, ну так это конечно. Ну так это конечно, да. Все, берем бабушке эклер, Кристине какое-то зеленое пирожное, все они по 4 евро. Сейчас, если меня не оштрафуют, я вам быстренько покажу местную полицию. В чем-то они беседуют здесь опять. Да, это мы просто на разведку приехали и вот так. Смотрим так, куда вести Сандру. Так вот это как бы просто пробежаться. Ну, то есть всех сюда. Очередная кондитерская. Слушайте, у меня голова кругом. Муж покупает пирожные. Но дело в том, что впереди опять кондитерская. Кристина уже хватается за голову, говорит, опять кондитерская. Она, честно говоря, мы просто ходим мимо полицейских и любуемся. Девушка вообще голыми ногами. В шлепанцах ноги на голую ногу. Как-то куртки, но вот мне пришлось даже снять как-то мне. Merry Christmas. Все украшено к Рождеству Новому году. Ой, вы знаете, я так думаю, чтоб мне такое натворить, чтоб меня в полицию забрали. Да, такие полицейские, что охота что-то натворить. И пусть опять кондитерская, нам уже дурно от этих кондитерских. Опять кондитерская. Да.
пирожные. Цены не вижу. Здесь как-то, знаете, цен нигде нет. Надо пришел, поспешила, спросил. Там, наверное, пирожные взять. Нет, не поспешила, не хочу больше никаких пирожных брать. И мороженое. Мороженое на каждом шагу. Все сидят на улице, едят мороженое. Макдональдсы, кстати, эти, как они, где гамбургер? Шавуха, шаурма. Тоже, наверное, вкусно. Все время что-то. Опять кондитерская. И снова кондитерская. И снова кондитерская. Как чего работает? А, Макдональдс, все понятно. А, поняла, да. Фу, запахло фри-картошкой такой горелой какой-то. Да. Красотища. Здесь рыбный какой-то. И опять торты, торты, торты. Итальянский ресторан, смотри, какая рыба. И ой, как он дороре, мороре. И вот такая улица, она идет постоянно, постоянно эта улица здесь без конца кафе и рестораны. Но хоть какие-нибудь цены сказать. Какие-то пиво 4 дип, что это такое? 10 евро. Нет, не знаю. Что-то 30. Господи. Вот по пицце могу сказать. Пицца 11, 12, 14. Утка, что ли, 7. 24 чего-то. Вася, пойдем, пойдем, пойдем. Мы гуляем. Мы гуляем. Ой, вас согласен везде стоять и все это самое, что-то там беседы беседовать. Смотрите, как украшено. Ну просто погулять. Где тут останавливает на каждом шагу? А, понятно, чтобы мы не расслаблялись, я его поняла. Бесконечное. То есть я могу убирать камеру, это бесконечная значная ночь. Здесь можно ставить на гиперлапс. С ускоренную съемку идти, идти, идти. Это будет бесконечно. Смотрите, какое здание. Да. Ой, как будто там эти часы наверху, что ли. Вот там. Да, 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 да. Это в центре. Какие, посмотри. Это, наверное, какой-то апостол, наверное. Апостол Марк. И дальше все кафе, кафе, кафе. Мы, наверное, сейчас будем переходить на другую сторону и по променаду около моря. Там яхты и корабли, рестораны. Возвращаться обратно. А что вот это за здание вот гигантского купола? Я еще не знаю, это мы будем еще выяснять. Что мы приехали сюда не первый раз. В смысле, не последний раз. Уже заговариваюсь. Вот видите вот это вот здание? Что это там? Это нам надо будет выяснить. Идемте читать на мальтийском. Тут написан мальтийский текст. Все понятно. Угадал все буквы, но слово не смог прочитать. Называется. Ир регали ли халдин сисена. Да, это. Это когда, когда это богослужение проводится. В общем. Называется угадал. Неграмотные мы, неграмотные. Продолжается улица. В общем, она вечная, мы поняли. Хорошо, что нас предупредили. Вот там получается Валетта, да? Через залив. А, через залив. Да. Угу. Она как бы на возвышенности. Да, да. А теперь мы переходим вот сюда, на сторону, где променад. Да, это залив. Там? И там Валетта. Он может даже спуститься. А здесь мне чем-то Дубай напоминает. Помнишь, да? Ну, какое-то отдаленное. Ну, это да. Очень отдаленное. Но чуть-чуть бы Дубай, да. Просто я помню, всегда на том берегу были эти... У них на Мальте самокаты Bolt.
машины Bolt, все, аренда есть, развозят еду и Bolt, и Wolt. Так что это все эти услуги здесь есть. Мы заказывали Wolt и привезли беспрекословно в строго назначенное время. Качество все отлично. Ничего пожаловаться не могу, отлично. Кристина очень хочет покататься на местном автобусе. Вот подай ей местный автобус. Сидит на остановке. И между прочим, вот так вот у них выглядят остановки. Так, я вам со стороны. Ну, вот так, обычная остановка. И номера автобусов тоже. И, кстати, есть 13-й. Как в Таллине. Она на танцы ездит, по-моему, на 13-м или на 12-м. И тоже хочет здесь покататься, посмотреть, как здесь вот эти автобусы ходят. Это вот эти самокаты Bolt очень здесь распространенные, много ездят. Много кто на них катается. Ну, это прям фотобой. Это я про Валетту. Отели. Если так вот приехать на недельку, то, наверное, в отеле. Впереди какой-то мост. Нам надо срочно туда забраться. Какая тут красота. Мы поднялись на какой-то очень высокий мост. Здесь можно на лифте. Типа смотровая. Ага. Вот туда и променад уходит туда. Да. Ой, а здесь, между прочим, висят замочки. Девушка голыми ногами. Замки. Это все в замках. Знаете, вот как у нас в Тарту на мостах. Так и тут. Киево. Да, и в Тарту. Все в замочках. Здесь повсюду стоят круизные корабли. Здесь можно плыть на соседний остров Гоза, Камина, вокруг Мальты и так далее. То есть очень здесь много всяких туристических вот таких экскурсий. Ну а сейчас я буду с вами прощаться из этого города, замечательного города Слима. Мы обязательно сюда еще вернемся, потому что город очень интересный, не изучен. Здесь еще есть что посмотреть, нашим показать. В общем, сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего, хороших вам праздников. Хорошего вам настроения, здоровья, чтобы у вас, у ваших родных было все-все хорошо. Еще раз вам привет с теплой Мальты. До следующего видео. Надеюсь, выйдет скоро. Пока-пока.
Thank you.